каждый забудь о ком. По-перше, це був дійсно чудовий досвід для мене. В ідеальних умовах готовити полицю потрібно мінімум півроку. Так роблять Сполучених Штатах, так було у нас в Грузії, але у незалежної України такого часу немає. Нам люди чекають цю полицію сьогодні. Їм вона потрібна була вчора ще, так що треба робити те, що ми можемо робити. Це визначає, що будуть і помилки, але взагалі це буде інша поліція. Поліція, якою ми будемо пишатися, поліція, яка буде нам подобатися, і поліцію, яку ми будемо бачити як своїх захисників, але а не ту міліцію, яка була. Так що то, що я хотів сказати, як у вас ви маєте питання. Ви сьогодні приймали участь у вченнях. Які враження, важко чи ні? Ну, мої враження дуже позитивні. Не важко, але це дійсно така робота поліції, вона складна, але є багато таких моментів, які пов'язані з правом, які пов'язані з рухом на дорогах. Так що це є складні моменти, але це багато таких не дуже складних моментів, але вони в комплексі є така кожноденна праця поліції, робота поліції, яка дуже корисна для наших громадян, і потрібен професіоналізм. Це звісно зараз фахівці, які будуть мати ці досвіди, які будуть не тільки корисні, потрібні, але для захисту суспільного порядку, це абсолютно рішуча справа. Михайло, скажіть, а чим ви вирішили? Ну, знаєте, що ця модель поліції, вона мировий бренд принадлежит Грузии. То есть так как она делает патрульная полиция, это сделали мы Грузии. У нас в Грузии была такая же полиция, как в Украине. То есть коррумпированная, неуважаемая, прямо скажем, ненавистный народ. И мы взяли, всех отпустили, как же, когда и здесь отпускают, и сказали, все, приходите, ребята, мы набираем все всех заново. Новых. Набрали абсолютно новых. Вот видите, у них нет, они все такие стройные, сравнительные к теперешним, уже внешние, теперешние они на мне похожи, а они вот стройные, они такие, у них в глазах совершенно другое выражение. И потом, когда мы их забрали, уровень доверия полиции вырос с 5% до почти 90%, то есть их начали любить. От ненависти до любви был один вот этот важный шаг. Мы их набрали, мы их за 3 месяца подготовили, но потом со временем уже сделали 6-месячные курсы, уже стажировки сделали. Поэтому, когда мы их сначала подготовили, они там допускали ошибки, там было много каких-то отдельных частях критики, но в целом общество их приняло. Я уверен, что украинцы очень законопослушный народ, гораздо больше, чем многие другие народы. Они хотят порядка, они хотят, чтобы все соблюдали правила, они хотят, и мы все хотим, чтобы в Украине было верховенство права. Мы все хотим, чтобы у нас были те же нормы, те же обычаи, что и в самых современных странах, у нас будет лучше. Потому что я совершенно уверен, что нашу полицию будут любить больше, чем американскую, хотя здесь американские сестра. Они будут профессиональнее, чем американские, и в этом ничего сверхфантастического нет, главное захотеть. Здесь у нас есть энтузиазм. Здесь вот у этих ребят есть такой драйв, которого я не видел ни одной полиции там, в западных странах. Поэтому у них получится. И это так запьем. И так плохо, что в начале сезона их не было, допустим, на Дикси. Сколько чего можно было избежать, всяких там краж, всяких там, не говоря уже об убийствах. Если бы они уже были. Просто их присутствие бы создало иначе другой клима. Ну, когда будет, мы подоспели к концу сезона, уже хорошо. И то мы договаривались, чтобы их еще сюда перевели, поближе к лету. Ну, к концу лета хотя бы. Так что надо продолжить нам сезон отдыха на Одессе, потому что уже есть новая полиция. И отдыхающим будет гораздо еще безопаснее сюда приезжать. В принципе, и так не очень опасно.
Скажи, пожалуйста, как быстро объясните производ новую полицию, когда первых результатов вот их работы ожидаете? Ну, первый результат будет первый же день. Люди получат совершенно другой продукт. Теперешняя милиция, то, что у нас есть, она дискредитована. Большей частью из-за того, что она делает, то в целом общественность с ним очень плохо относится, очень осторожно. Реальная теперешняя милиция, которая есть, она в течение десятилетий превратилась в криминальный синдикат. Хорошо организован. Они занимаются торговлей наркотиками. Они занимаются там крышеванием там, всяких там нелегальных вещей. Они занимаются похищением машин и возвратом машин. То есть все знают, чем они занимаются. Вот это все отставим в сторону, и будет абсолютно новая полиция. Проблема у этой полиции будет следующая. Если след за ней не поменять полностью милицию, то есть полностью поменять личный состав с привычку, которую у них есть, привести новых и дать им новую зарплату. Если не полностью не поменять прокуратуру, потому что теперешние прокуроры не могут работать в условиях этой патрульной полиции. Или патрульная полиция, или теперешняя прокуратура. Или патрульная полиция, или теперешняя остальная милиция. Если за следующие 6 месяцев всех остальных не поменять, все перегруппируются, а этих сидят, этих хороших девчат и парней. Это однозначно так. Эти ребята будут защищать общество, надо, чтобы общество их тоже защитило от старых акул. А как их защитить? Потребовать быстрее провести реформы. Так не получится. Один шаг вперед, вот два шага назад. Этот полицейский должен приходить, он задержал кого-то к новому прокурору, а не старому коррумпированному, который занимается там в основном прихватыванием земель и крышеванием бизнесов. И у него все доли уже распределены, знает, сколько ему несут, сколько кому он несет. Конечно, когда он посмотрит на этого нового полицейского, он ему не понравится. И нам, обществу, не нравятся эти прокуроры, нам, обществу, не нравятся эти милиционеры. Так что надо делать? Поддержать новых полицейских, чтобы мы вместе ушли тех старых. Если старых не от них избавиться, то эти старые нам еще напомнят о себе очень плохо. И тогда эта реформа будет дискредитирована. Потому что у меня нет особых больших эйфорических этих, пока мы не поменяли других остальных. Хотя, конечно, шаг потрясающий. Это первый хороший шаг для каждодневной жизни практически всех граждан. Потому что впервые украинское государство будет представлено, допустим, на Одещине с новым хорошим своим лицом. И то, что мы сегодня привезли американцев, у нас был тот замечательный госсекретарь США, мы подписали договор между Одещиной, меморандум и правительством США. И они сделали в рамках этого меморандума, вот прислали наших американских коллег. Здорово, супер. Я не хотел оказаться на месте, меня тоже в Америке останавливала полиция на нарушение правил движения. Это не очень хорошая была встреча, но не сравнить эти встречи с нашей полицейской. Потому что там было за что они страдали. Всегда. Не надо нарушать. Вот и все. Как вы думаете, когда будут снова полицейские на улице города? Они будут на улице города уже к концу августа. И люди, и главное, с самого начала, если люди окружат их свободно и тепло, они будут тем же самым отвечать. Тут главный социальный контроль. Как только людям они понравятся, гражданам они понравятся, уже новая полиция будет все делать, чтобы не потерять любовь. Знаете, какая вещь? Она как к ней привыкаешь к любви. Не хочется без нее жить. Теперешняя милиция привыкла, что ее ненавидят. Поэтому она иначе не представляет. Как только эти привыкли к любви, они без любви не проживут ни дня. То есть из-за любви в том числе они будут брать взяток, из-за любви они будут защищать общественный порядок. Все, что делается от любви, это хорошо. Из-за любви. Это будет полиция, которая будет действовать с любовью. Полиция с любовью. И полиция с любовью делает большие дела. Вот и все. Спасибо большое.